Друзья, всем привет, всем доброе утречко. У нас уже ночь, 15 минут 11-го. София захотела жрать. Сегодня мы готовим кокетан. Вы помните все, наверное, как мы покупали этих крабиков. Да, очень много морепродуктов. Сейчас муж покажет, как чистить нужно вот этих крабиков. Они грязненькие. Нужна обязательно щеточка. Это жабры, их нужно убирать. Его можно убрать, его. Кроме? Так вот, видите. Кроме, кроме, кроме. 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 Кроме, Не надо. Тут има сикки тебе. Вау, сесанья, аппа. Ты его там делал, что? Аппа. Я. Бога, у тебя дальма. Аппа, у дальма, что? И я иди. Я, ага. Я, могу, что на сине, а не, а не, ма. Дур, мори. Я. Я, сикро, толга. Я, к нам, я, йоги, кете. Отрезаем, друзья. Немножко. Слишком много крабов. 여기 сухалка? 없어, 큰 게 냄비가. 어쩔 수 없어. Я выбросила все большие кастрюли. Придется в сковородке варить, друзья. 여기다가 원래 세 마리면 한 1리터 물 되는데 지금 다섯 마리니까 물을 좀 더 넣을 거야. 대충 1.5리터 정도 넣을게요. 1.5리터 정도. 이게 하나가 250이니까 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 여기다가 뭐 있으면 뭐 넣어도 안 없으면 안 넣어도 되는데 다시마를 살짝 добавляем, друзья. 넣다가 한 세 네 장 정도 넣고 для бульончика вкусного. 그리고 이제 Блин, почему ты не готовишь утром всегда так поздно? Я уже засыпаю. Я не могу комментировать. Я ничего не могу. Я сплю уже. 자, 맞네? 나 이미 자고 있어 지금. 어떻게 치고? 어떻게? 졸려워. 이 시간에 요리하면 어떻게 해? 뭐라고요? Это полуночница, она жрет в 12 ночи обычно. Она весь день спит, а ночью бодрствует. Поэтому для нее... Иди снимай тогда, Соня. Нига чего, Грымя? Боль нига марль моты. Хангу марль хэ. Вот ты. Так, друзья, опять разделываем осьминожков, отрезаем глазки и все остальное. Здесь у нас уже закипает бульончик с нашими водорослями. Очень накситан. Мо. А его поеде, польса? Ольма, когда надо? Очень много блюд, друзья, готовятся вот именно вот так. Опускают сюда вот эти водоросли, они немножко поварятся, и потом их достают и начинают уже готовить. В общем, да, для определенного вкуса. Нам сюда на окна нужно наклеить эти, ну, чтоб не видели нас снаружи, а то снаружи смотрят, как мы тут сходим с ума и танцуем, постоянно танцуем.
как сумасшедшие. Кстати, у всех, друзья, у всех, я вот прошлась по нашим домам, у всех заклеены окошки. Не такой непрозрачной пленкой. Okay. Угу. Мы встаем. Mm. Добавляем редечку. Но он чулево. Чего не делаю? Сиганя. О, да, ну, сиганя, чаджа. Мини, я кишу на море. Тринизи, сиганя. Ты рахаешь кондонду? Поэтому, друзья, я и сплю одна, потому что они полуношники все. А я очень рано ложусь спать. И очень рано встаю. В 5-6 утра встаю. Ты мне дал кондонду? Не по будильнику. Просто я. Кенза 한 스푼, 고추장 한 스푼. Угу. 고춧가루. 고춧가루 3 스푼 넣습니다. 자, 끓여주겠습니다. И кипятим еще. 3-3 минуты, друзья, поварили редьку и добавляем крабиков. Куда то? Урва, чуану. А. Бидодок. Это я люблю больше всего бидодок. Аня. Я не знаю, друзья, как это будет по-русски. Но вот эти штуки я обожаю больше всего. Как-то один раз, когда мама была в Корее, она его раскусила, а там внутри такая жидкость, очень специфический вкус у нее. И моя мама тоже чуть не умерла. Говорит, господи, ну такая гадость. А я больше всего тащусь от этого. Я вообще люблю всякую гадость. И не только я, раз оно в блюдо, в принципе, идет по рецепту, значит, не только я люблю, естественно, просто Софья не любит. Софья не сирова, его. Вы же не поняли. Мощный. Ну, он чем мощный, да? Ну, да, мощный, медодок. Муж тоже любит очень. То есть это настолько на любителя, что либо вы с ума сходите от того, как это вкусно, либо вы с ума сходите от того, как это невкусно. Потому что действительно довольно специфический вкус. Азиатская кухня, она этим прикольная, как бы. Никогда не знаешь, достанешь какого-то гада, он как хау. Его раскусываешь, он как бы... Он такой плотный, а внутри у него как бы такая жидкость. И ты его когда раскусываешь, как, он как орешек такой, у него вшик вот эта жидкость, она прям выплескивается в рот. И некоторые люди от этого в шоке немножко. Тоже, друзья, убираем пенку. Режем кабачок еще цукини и лук. Просто обычный лук, репчатый. 10 минут покипятили наших крабов и добавляем овощи, вот эти вот. Ну да, кастрюли нет, нормально. Муна. Муна. Келька. Так, муна выкачиваем. Так, добавляем кальма, осьминогов. Дому чага. Буан инга. Попкорн? Девчонки решили попкорн сделать. Ангелина так открывала упаковку. Что? Чё, чё, а чё? Ещё прыгает? А? Ой, а пахнет кинотеатром, друзья. Запахло кинотеатром. Как Джан Дэнсена. Как вкусно пахнет попкорн, оказывается. Мы редко. Ну, вообще, покупаем такое, наверное, в первый раз.
Так, в самом конце, как обычно, кладется лук-порей и перец острый. О, в самом конце? О, баныль вверх не ткинула, да? 거의 그려지 맛있어. 아~ 너무 익히고 버리면. чеснок кладется в самом конце. 토끼야 이거 먹을 거야? 야 뜨겁다고 만지지 말라고. 안 뜨거운데? 뜨겁잖아. 안 뜨거운데? Так, тихо, мы снимаем здесь вообще-то ролик. В самом конце, друзья, кладется сукат. Потом переведу. Я переводила всегда как полынь, но мне в комментариях написали, что полынь горькая и все такое. Наверное, это какая-то другая полынь или вообще не полынь. Я фиг знаю, друзья. Корейские травы переводить на русский язык — это гиблое дело. В самом конце еще добавляем дашида. Дашида. Это как бы усилитель вкуса для морепродуктов, но он сделан тоже из морепродуктов и для морепродуктов. Анжелина Гайба. Вот. Нифига себе. Я никогда так не смогу. Друзья, пока я снимала, как дети едят попкорн, он уже успел добавить грибочки вот эти вот. И сукат. Ему главное накормить всех. То, что я снимаю, ему как бы вообще пофиг. Та-да-дан, друзья, наш супчик из крабиков готов. Пахнет божественно. Жаль, что я не ем в 12 ночи. Соня, иди ешь. Вот ты, мак. Мунчо масса. Якщо Ким шеф. Опа, сукар есть, а? Лекка сукар. Лекка? Да. Это лекка, да? Это моно. Ким шеф, вы такие йори чарасео? Чуком хео, да? Чуком хео. Масисо? Тарла жука, аппа, гай жука? Гай, иди. Так, София хочет, чтобы Ангелина пошла на такой же спорт, как она ходит сейчас. Ты сейчас угробишь мне ребенка. В принципе, Ангелинке по темпераменту этот спорт подходит больше всего. Она постоянно так кувыркается дома. 뒤로 넘어가는 거 아닌데? 아 그거 이렇게 돌리는 거? 아니 언니가 뒤에 잡아줄게. 언니 자, 야 임마 언니가 이걸 얼마나 잘한 줄 아니? 언니가 잡아줄까? 오케이. 잡아 뛰었지? 발차. 그다음에 어떻게 알았어? 발차. 그다음 이제 몸이 아플 거 있어. 발차. 뭐야? 큰일 났네. 찬 다음에 두 개 다 올려봐, 다리. 엉덩이 들어. 야, 씨. 어구바야. 잘한다, 우리 애기. 오케이? 자, 이제 마지막 알려줄게. 아, 그래 실제로 안 해. 실제로 안 해. 안 해, 안 해. 자. 뒤로 누워. 다리 키워, 누워. 다리 뒤로 누워. 누워. 아니, 왜 잡고 있지, 이렇게. 뒤로 누워. 우리 움직이 알지? 아니 그렇게 옆으로 말고 여기 뒤로 이렇게 해서 누워. 팔 밑으로 집으세요. 꼬치 집어. 이제 또 나 안 해. 왜?
Она не любит, когда ее чему-то учат. Это абсолютно мой характер. Я могу сама делать все. Все могу делать, но если меня кто-то начинает учить, меня это сразу выбешивает. У Келика абсолютно мой характер. Она как человек-паук, ей нравится по стенам бегать. Поэтому. У Сони как минимум уже есть одна профессия. Друзья, на этой позитивной ноте заканчиваю сегодняшний влог. Всех вас обнимаю, всех люблю и до новых встреч. Пока-пока.